Ну вот, из остатков сегодняшней печени я сделал фарш. Видите, тесто накатал дрожжевое. И вот такие пирожки делаю. Видите, пирожки с куриной печенью. Никаких сложностей нету. Дрожжи, соль, вода и все. И вот смотрите, какие эти. А через блендер пропустил и все. И несу на жарку. А? Думаю, вам покажу, как это делается. Вот. Легко, быстро. Тем более под туркменскую музыку, смотрите. И мои птички тоже поют на туркменском. Да, Кеша? Да, Ксюша? Да? А ну-ка, давайте, повторите. Так, так. Видите как? И птички поют. Всех наступающим новым, старым Новым годом. В ваших домах, чтобы было всегда благоденствие, уют, здоровье. Да-да-да, Кеша, да-да-да. Ты прав. Молодец, видите как? Чтобы такие свадьбы были у вас. Правильно, правильно, Кеша. Так. Ага. Ай, сегодня я это самое. Видите, она быстренько, быстро, медленном огне. И все. Можно и садака делать, отнести, угостить людей. А. Всех со старым Новым годом, дорогие мои. А ну-ка, скажите вы точно, так? Молодцы, давайте. Даже птички радуются. А мы тем более. Смотрите, какие красавицы у нас девушки туркменские. Видите? И парни джигиты, смотрите. Всем здоровья, дорогие мои. Всех благ. Пока-пока.